Всем привет, дамы и господа, с вами передача «Разрушители игровых мифов». И сегодня наш первый выпуск будет посвящен такой замечательной игре, как Warface. Это знаменитый тактический онлайн-шутер от первого лица. Знаменит как в Европе, так и в России. И сегодня наш первый миф будет посвящен тому, что если побегать 5 минут на полигоне, можно выкрутить любое оружие из коробок удач. Давайте все-таки проверим этот миф, как он поведет себя, я не знаю. Вот, я создал твинк, со мной, кстати, мой друг Олег, поздоровайся. Ну, привет всем. Вот, и сегодня сейчас вот я создал твинк. Давайте, наверное, купим коробочку какую-нибудь, вообще, без разницы. Вот. Ну, давайте возьмем дигл, самый дешевый, сэкономим все-таки. Так, ну сначала нужно побегать по полигону. Так, зайдем на полигон. Вот, я, наверное, это поставлю пока на паузу. А как я начну крутить, так я вам скажу. Да, ну все, вот я начал сейчас снимать. Сейчас попробуем выкрутить коробку. Так, заходим в разные наборы и купим коробку 10 тыкв. Так, начинаем первый крутить. Ты, кстати, выкручивал что-нибудь, Олег? Я? Да. Нет. Такая же хрень. Надо сейчас проверить. Мне кажется, это просто абсолютный миф. Не о том же, то, что это бред. Побегать 5 минут на полигоне и выкрутить коробку. Это просто, наверное, очередной, блин, я не знаю... Лохотрон. Клип, да, клип, чтобы набрать больше лайков, и все. Или просмотров. Да. Я тоже так думаю, потому что что-то мне мало верится. Думаю, 3000 мне должно хватить. Так, ну давай. Давай, выкрути. А может, и не выкрутишь, не знаю. Чё? А, почти. Ничего так. Как вы видели, дамы и господа, ничего мы с вами не выкрутили. Так что этот миф полная фигня. Это миф подтвержденный. То, что нельзя ничто выкрутить. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал, ставьте большие пальцы вверх. С вами были Разрушители игровых мифов. Всем удачи, всем пока. До свидания. Yo, yeah, man, why don't you kick some of that, you know? You know how you do it, man. It's a trip. People don't even believe we're together right now. But tell your story. You know the one I like. Right. Say it, right. Riders on the storm. Right. Riders on the storm.